пришел-то? Я. А, как тебя звать-то? Викерия. Викерия, ну-ка покажи, где ты играешь. Пойдем. Вот она где. О, они с бабкой сидят тут. Ну-ка, давай. А то дядя Володя-то придет. Она тебе сейчас песенку споет. О, посмотри на Иисуса, низкая свистра. Только песок не раскидывайте никуда. Нет. Потому что у детей у всех одинаково. Им надо куда-то везти его и бросать. Она говорит, мои дети голодные, надо накормить же их. Накормить надо. И вот она везет песочек и кормит их. О. Мой, говорит, бедный ребенок, голоден. Ну-ка. Скажи. Что она тут делает, а? Ну. Ну что у тебя с бабой-то? Хорошо все? Да. Ну, не упади, а то смотри. Види, поставила-то на ребро. Никто не стал, она почти лицом сунулась. Бабка-то совсем глупая. Ну зачем ты? А куда? Ты унесли подальше, не под качели, неправильно все делаешь. Вон там, с той стороны они лежали-то. Ты делаешь по-своему, там единственный вариант был. Бросать не надо, положи аккуратно. Положила, она упала и прям лицом была на это. Зачем ты постаралась? Тебе никогда не ответить. Молитва, если человек все покрывает, то у него так не будет таких ошибок роковых. Только сейчас позвонили, что сделали операцию. Вот она пришла. Акелина сделала операцию, сейчас она отходит. Вот она где у меня подошла. Вот она обнимается, стоит. А-а-а. Вот она наш домик, ну, где. Расскажи. Вот я голубей-то не выпускаю. Еще рановато, боюсь за них. Вот показать, как у нас тут качели, вот они где. Ну-ка. Ну, давай, покачайся. Ну-ка, залезешь, нет? Давай, лезь. Ну-ка, покачай, только не сильно, а то боязно. О! Ой, какая качеля-то. Задпитки они повернулись. Низко он свистит листа. Весь я слезами зальюсь, я вспомню. Слушай, о, как над ним издевались. Вот так, чтобы она держалась, все время ее контролируй, как она держится. Проверяй, чтобы не упала. О, ты можешь еще сзади веревочку под спину подвязать ей там. Держись, смотри. Я не слышу, еще она поет что-то? Да. Ну давайте. Ну говори. Уба, смотри на Иисуса Христа. Иска, он Иисуса Христа. Мы сейчас слезами залились. Вспомнила. Как заусали его. Как заусали его. Я слышал, что она тебя укусила за щеку, говорит. Нет. Это давно было. Она лежала, решила поцеловать меня, обнимала, да как укусила. А я, мне говорит, показывали ей там кино какое-то, там что-то кусается, какой-то динозавр. А бабка-то подошла, под горячую руку-то ее тяпнула. Нет, не так это было. Ну как так? Мне рассказывали братья так. Вот это. Ну вот так. О, как на. Она Богородица Дева радуйся поет, слышишь? А ты почему раздевшись-то, я не пойму? Жарко. Почему я одетый? Ну почему я одетый? Объясни. Я сейчас оденусь. Ну, нет, а почему она одета, Гликерия? У тебя комната полностью настежь открыта. Не упадешь? Давай. Не упади. Ну-ка, давай посмотрим. О, все показать. Вот дверь моя хлопается. Доверил сегодня
Никите открыть дверь. Она туда-сюда хлопается. А почему? Ну почему? Кто закрывал, так и закрыто. Ветер колотит ее, а то оторвется и ремонтировать будет. Надо подпирать. Все. Забудилась. А что не кричала? Ау? О-о-о! Кто идет-то? Мы сейчас так окощались с ней. Ой-ой-ой-ой. Вот она как. Вот она как. Она как птичка бегает, щебечет. Вот она как. Это пришел деда ее. А ну-ка посмотри, что там у тебя игрушки там на столе. Ну-ка покажи. Давай. Ой, что-то у нее там. Ой, тут шишки. Тут все у нее есть на столе. А у нас тут березовка набирается своя. Правда, уже плоховато. Но все равно. О, какой у нее базар здесь. Угу. Это у нас тут ранеточка растет. Вот это вот скоро расцветет миндаль. Екклесиаст про это говорит, зацветет миндаль. Это у нас береза и елка очень хорошая. Ну вот так, я тут ничего не садил, а Господь мне эти усадьбу такую большую в центре города. 13 соток. Вот. Площадь 226 гектаров жилья. Там он живую, а здесь молимся. Но не урони только. Вот так, садись, отдыхай. Вот так. Лукерия у нас здесь. А там вон какие большие дома. А что ты бросила-то там? Вот я что-то упала там. Он. Угу. Понятно. Ну, кто пришел, а? Ой, 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 ой. Это я. Ты, ну молодец. Что у тебя там песок-то не весь еще потеряла? Ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим, что ты там делала. Ну, баба, как она у тебя там? Да как? Песочница-то как полюбилась-то ей. День стирка, и вообще. Она не вылазит оттуда. Сколько у нее тут игрушек-то? Много. Да.
ботинком. Ну, как она тут делает. Тебе нравится здесь, да? Хорошо. Ну. Это гликерия или лукерия. Сегодня у нас 19 апреля. Володя Пенкин привозит ее, Владимир Иванович. Надежда Васильевна отдает. Она тут с ней ходит, стирает. Вот она как. Подвижная такая, гиперактивная. Вот. Видишь, как вот я сделал. Сзади веревочки привязал, и спереди душка. И она у нас, гликерия, не упадет. Будет как положено качаться. Давай, давай. Давай, пой песенки, я буду слушать. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зиму, лето, сумная, красивая была. В лесу скачай, по ёлочку скака, а серу подруга и съел. Она и встать. Вставать не надо на ноги, садись. Садись, а то упадешь. Видишь, ты уже полезла куда? Не надо это делать. Я дал для того, чтобы ты садилась. Вот так. А то грохнешься ты. А тут елочка вокруг. Видишь, что? Елка у нас знаменитая. Накачалась. Видишь, уже не нравится. Маленько побыла, покачалась. Как юла крутится, смотри. Все сделал. Голову мне как надо. Будешь есть. Да. Посмотри, как она теперь сидит-то там. Она привязана у меня. Ой, не хочу. А это что такое? Не хочу, но хотя бы. Она вылезет-то не может теперь, не выпасть не может. Вот так, баба. Ну, оказывается, почему-то не хочет. Я думаю, а это почему ты так, а? Она входила, ноги-то помыть сначала надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, она вас научит свободу любить. Ну так ты же рядом был. Ее ты бери к себе там. Иногда днем будут в лагерь приводить. То Володя тебе там по хозяйству где поможет копать еще. Да. А там она так бегать будет. А тут, тут и простор какой. А где они живут-то там? Выйти нельзя. Конечно. Сотни квартир. Не хочу. Уж а пора есть, она им все не хочу. Или домой пошли тогда? Нет. Баба пришла, принесла поесть, нет, тарелку. Не надо. Вот посмотри она как, а не то что упасть, она даже вылезти не может. Я хочу. Это как раз для нее. Не надо. Я в песке хочу играть, не надо ничего. О, баба, учись. Она сейчас найдет положение. Она здесь свободно слазит. Ты высоко не лазь. Не надо так. Сядь на место. Сядь. Это нельзя так. Это нельзя. Ты сразу упадешь. Она у тебя руки очень... нельзя не понимает. Смотри. Она понимает все. Что ты тут принесла поесть-то?
Ты смотри, что нашла она. Ну. Смотри, ты даже не видел, как она съезла чудно. Давай, давай, Гликерия. Поешь, подмаленько подкрепись, поешь. Обед уже пора, ну что ж это такое? Давай. Прямо на место игровую площадку баба принесла ей поесть. Ну так обед. Она не молилась, села за стол-то. А помолиться? Ну-ка давай. Ну-ка давай. Вот. Еще раз. Еще один поклончик сделай. Прочитай, Боже милости. Господи, благослови пищу сию. Это у чего, такая молитва у вас? Божьей милости, будем мне грешен, он читает. Ну-ка, встань. Это что такое? Отойди от меня, я сейчас играю. А ты мне... Не мешай мне играть, вот, пожалуйста. Не мешай. Не мешай. Удиви меня. Подожди немножечко, вот и все. Зачем подождать? Ты сначала поешь, а потом своих детей накормишь. Где мои дети? Где они? Куда они разбежались у тебя? Игрушки-то куда ты дела? Куда? Где? Я в сказку. Где они? Детки-то плачут и есть хотят тоже твои. Что ж ты наделала, а? Я надела зайку, забыла взять своего маленького ребенка. Далеко ли? Домой. А? Домой за игрушками. За игрушками домой? Я забыла, говорит. Да у тебя игрушек тут полно, Лукерья. У нее голодный зайка. Не ходи домой-то, там одна ты. Забыла. Еще сказала. Иди сюда, иди скорее, бегом. Ну, не тут-то было. Это своевольно будет вырасти-то. Это еще какая своевольная. Все только на своем настаивает. Ой. Ну, сердце болит. Не надо мне фотографировать. Что соскочило-то? Ой, ой, кто идет-то? Ой, да кто бежит? Ой, ой, ой. Ой, ой. Баба лежит тут одна. Баба на солнышке, ну-ка, лежит, а что в песочнице-то не играет? Ну-ка иди быстренько другое платье, ты сними это ночное платье. Да какая разница? Платье, нет, платье. Никакая. Пала, какая у нее хорошая платьишко-то, какое, ну, хорошее. Платье, надо. Желтенько там надень, а это... Ой, ой, да замечательное, во, всегда так ходят, о, штанишках бегает, как мальчишка. Ну. Иди, надень то, ну, желтое платье там, на полочке, а это сними. Замечательно. Ну что, дальше-то? А? Ну что, сейчас буду, пока с ней позанимаюсь я. Иди быстро, ой, снимай. Я сейчас тебя накажу. А ну быстро снимай это ночное платье. Ты вот она как. Иди другое надень. Быстро в комнате иди. Вот будешь переодевать и раздеваться, переодеваться, да? Нельзя. Быстренько в комнату. Некрасиво. Бабка, пусти меня. Ну-ка, давай. Зачем снимаешь-то? Ну, там другое есть. Ну-ка, надень быстренько. Да вон она, вон она. Давай, давай, давай. Это уже ночное, не надо. Это вот две рубашки не надо. Боятся съемки, одну руку показывают. Ужас какой. А что ты боишься-то сниматься-то? Ты наоборот подойди да снимись на память. Вот матушка там также боится, ее прогнать не могут. Батюшка говорит, снимай ее, она сразу убежала. Тут люди пришли, главное. Ой, какая хорошая. А кто тебе платье такое дал, красивое-то? Кто? Дядя? Деда? Братка. Деда дал. Он любит тебя как? Ах ты. Мой меня замучил. В общем, давайте так. Мы договорились. Вы будете у тети Нади там жить. Мой меня замучил. В лагерь будете приходить обедать. И дядя Володя где-то помогать будет. А тетя, баба Надя возится там, бегай по траве везде.
Это не то, что здесь. Меня братка замучил. Что она? Братка замучила меня. Хорошо. Вы готовьтесь. С 10 уже июня. У меня день рождения будет. В это время мы заезжаем туда. Ну, там ей будет раздолье. Она босиком будет бегать по зеленой траве. Ликея. Ну-ка, давай. Ну-ка, игрушки, давай. Ну-ка. Сюда. Ну-ка. Стой сюда. Надо с бабы Надей спеть. Ой, молодец какая. Мне игрушечки какие. Лучше, чем на солнышке. Ну вот, вот она. А у нас хорошие отношения с ней. Я ее ни разу не драл, ничего. Специально так. Ты меня не замучил? Ну да. У тебя две пуговки, вот они, смотри. Ты меня, говорит, не замучил. Что говорит? Ты меня же не замучил. Ой. А братка замучил. Да надоели, говорит, вы мне уже. А, вон голубок прилетел мой. Я пойду. Как она будет снимать? Иди раскрой ей там. На ту сторону, на бок только. Там все грязно, замарается, холодно. Ну не знаю, смотрите сами, не пускайте. Еще не время. Как хотите. О, пока деда придет, она уже все. Все. Отправили. Она любит очень сильно в песке возиться. Он холодный пока. Ей нравится это. Холодный, нельзя. Давай качаться на качели. Иди сюда, Лукерья. Вот у меня на голубятниках. Вот эти дикари специально приучаю, чтобы они здесь разгоняли, которые вредные. Ой, какие у меня голубки хорошие. Вот они у меня здесь. Вот одна парец сидит, две даже, трое вывели. Еще у меня немного, но вот. Четыре серые держу. Создать микроклимат. И думаю, что вот сейчас не болеет ни один. Это у меня в основном турманы. У меня уже довольно большие голуби сидят. Вот они сидят в гнезде. О, вот они какие. Беляши сидят. А? Вот они какие у меня сидят здесь. Ну, а там поменьше. А там еще один совсем меньше. Беленькие. Голубчики мои. Вот так. А там что так? Сегодня я посмотрел это. Вон они у меня где здесь сидят. О! А здесь совсем махонький. Я руки поднял. Один. Ну, как ты там? Ну-ка. Вот он какой вывелся. Вот так. Вот они тут. В гнездах. Было много у меня их. Очень много. Но ввиду того, что трудно содержать, теперь поменьше. Хотел, чтобы только белые были, но пришлось еще коричневый хвостик оставлять. Вот он вплотную подошел я к нему. А этот на голубят этих, скоро уже они вылетать будут. Это тоже к своему лепится. Ну, давай, давай. Залазь, залазь. Ой, моя хорошая голубка какая.
Вот они где сидят. В комнате мы еще прожили. Вот они. И вот тут у них было гнездо. Им вот этот упорина понравился. Упорина идет вниз. И вот они здесь яйца были. Это гнездо. Нормальное, хорошее гнездо. И вдруг утром прихожу, ничего нет. Вчера были, ничего нету. Хотя бы кожуринка одна осталась, а голуби целые. Ну, сегодня вот взял липучки. Сейчас подниму этот ящик показать. Вот здесь вот теперь липучку налил. А тут семечки. Ну, чтобы залезла мышка и ее задержать. Вот, может быть, она залезет. Если только мышка. Крысы негде ползать. У меня все это железное. Вот это все. Все, абсолютно. Крыша, все железное изнутри. Вот так. Ну все, на-ка. Пошел. Вот она сидит. Что у тебя там? Яички, наверное, да? Ну да, под ней, вон, видать, яйца. Ну. Знаешь, хохолками все какие красавицы. Вот выходить только. А эти меня тут ждут, кошаны. Они хороняют здесь все. А этих приучил, как только ухожу, они к дверям. Я им всегда тут даю. Вот они где. Вот так. Ну что? Охраняете тут? А тут что? Тут мешки. Вот ларь с пшеницей. Вот тут пшеница. Целая большая бочка. Вот она какая. Сколько здесь тюрюков. Ну и там видно. Можно даже зайти и посмотреть. О, тут у меня хватит еще на несколько лет. О, рыжая выскочила. Ну и что там? Это все пшеница. Что-то внизу подъедены. Эти. Ну, сколько мешков тут еще? 50. И вот большая железная бочка еще. Вот. А тут подвешены у меня мешки. Мешки с семечками. Большие мешки. Еще два полных мешка. Это мне Женя Долгов дает, фермер. Очень добрый человек. Ну-ка. Все, однако.